и снять видео о вине без дублей, но я попробую. Всем добрый день, друзья! С вами Артем Лебедев, главный преподаватель школы винных специалистов и сомелье о вино. Мы поставили себе задачу снять серию, ряд роликов о вине, о животрепещущих темах, связанных с вином. Но для того, чтобы начать, нам, конечно же, нужно научиться дегустировать вино. Ведь дегустация – это ключ ко вкусу вина, к пониманию вина, к винному миру. Для того, чтобы дегустировать вино, нам нужно совсем немного. Нам нужен стакан, вот такой замечательный, и легендарное казахстанское вино «Шато Жар-Жар». Космос. Ладно, это, конечно же, все шутки. Это нам все не нужно. Для того, чтобы правильно дегустировать, нам нужно профессиональное винное стекло, да? Винные аксессуары и, в первую очередь, бокалы от компании Riedel, потому что на рынке Казахстана Riedel – это лучшая компания. И, естественно, нам нужно само вино. Для этой цели нам подойдет вот эта замечательная бутылка, сорт винограда Gewürztraminer. Дело в том, что этот сорт обладает очень яркой, мощной, насыщенной ароматикой, и для новичков этот сорт сможет стать той самой дорожкой в винный мир. Да? Понять этот сорт очень легко. Вины из этого сорта очень понятные, очень ароматные, очень яркие. Так что мы начнем с него. Gewürztraminer звучит сложно. Gewürz переводится как пряный, траминер – это старое название этого сорта, да, и относится к названию города на севере Италии, в регионе Трентино-Альто-Адидже. Итак, Gewürztraminer от компании Trimbach. Ну что же, начнем дегустировать. Вообще, любая дегустация делится на 4 раздела, да. Первая – это оценка внешнего вида вина, вторая – это оценка ароматики вина, третья – это оценка вкуса вина, и четвертая – это заключение. Начнем с первого, с внешнего вида. Я думаю, что вам замечательно видно, как оно красиво играет в бокале, потрясающий соломенный золотистый цвет, очень яркий, блестящий, плотный, но при этом вино подвижное. Самое главное, что нужно знать о цвете вина, это то, что с возрастом, во время хранения в бутылке, вино, взаимодействуя с кислородом, который находится под пробкой, вот здесь вот, вино созревает, обогащается новыми ароматами, но при этом оно, так скажем, теряет цвет. То есть молодое вино, скорее всего, будет белого, зеленого, лимонного, лаймового, соломенного, золотистого цвета. Но с возрастом цвет начнет меняться в сторону оранжевого, янтарного, медного, да, будет происходить так называемый процесс окисления, и в конце концов вино превратится в что-то наподобие уксуса. Здесь цвет просто потрясающий, да, он не молодой, потому что вино у нас 2014 года, да, в цвете это видно. Перейдем к аромату. Как я уже говорил, Gewürztraminer – это сорт винограда, который дает очень яркую, мощную, насыщенную ароматику, и мы сразу же чувствуем это в бокале. Как это понять? Вы можете поарировать вино в бокале, и если после этого вы чувствуете аромат вина на расстоянии, это говорит о том, что вино, которое вы пьете, сделано из сорта высокоароматичного. Если же вам нужно непосредственно опускать нос в бокал, чтобы понять хоть что-либо, это говорит о том, что вино сделано из слабо ароматичного сорта. Gewürztraminer обладает очень-очень соблазнительной, мощной, спелой ароматикой. Классическая ароматика для этого сорта – это дыня, это ананас, это цедра грейпфрута, это личи. Ананасы обязательно консервированные, немножко корицы, немножко имбиря. Это вино соответствует всем типичным характеристикам, да? Это очень хороший, очень типичный Gewürztraminer. Настолько хороший, что я рекомендую срочно бежать в магазин и покупать в лучшем случае его, в худшем случае какой-нибудь другой Gewürztraminer и дегустировать вместе с нами. Ну что же, после ароматики давайте перейдем ко вкусу. Вообще, иметь возможность пить вино – это замечательно, но нам нужно все-таки дегустировать, поэтому давайте обсудим. Вкус белого вина состоит из нескольких факторов. Это кислотность,
это тельность, это количество алкоголя, интенсивность вкуса и послевкусие. Кислотность в этом сорте чаще всего бывает средней или низкой. Именно поэтому он очень хорошо подойдет для новичков, которые иногда не готовы воспринимать высокую кислотность в вине. Хотя кислотность – это исключительно решающий фактор для любого вина. Фактор, который говорит о качестве. Как я уже говорил, здесь кислотность средняя минус. Как понять кислотность в вине? Очень просто. Представьте себе, что вода имеет нулевую кислотность. Да, вода не кислая. При этом, если мы выжмем в эту воду половину лимона, она станет кислой настолько, что нам будет сводить скулы. Да, кислотность мы чувствуем на корнях языка, вот в этих местах по бокам. То есть, чтобы почувствовать кислотность как следует, нам нужно сделать глоток и поболтать вино во рту. Довольно хорошая кислотность для этого сорта. Помимо кислотности, очень важным моментом является тело. Тельное вино – это вино, похожее по структуре на оливковое масло. Представьте себе, сравните воду, которая на языке будет казаться жидкой и легкой, и масло, которое будет вязким, густым, тяжелым, плотным, ну и маслянистым, соответственно. Вот гиверстраминер классический чаще всего имеет полное тело, то есть по структуре похож на масло, и поэтому тоже очень сильно нравится всем начинающим. В гиверстраминере, помимо всего прочего, зачастую бывает довольно много алкоголя, что не может не радовать, особенно новичков на дегустации, потому что вино, помимо всех его замечательных философских положительных моментов, это еще и алкогольный напиток. Также нам следует обратить внимание на сладость вина обязательно. Гиверстраминеры бывают в любых стилях. Сухими, полусухими, полусладкими и сладкими. Этот гиверстраминер сухой. Что такое сухой? Сухой – это до 4 граммов сахара на литр. Такой уровень сахара практически не чувствуется неопытным дегустатором. И очень важный момент – это интенсивность вкуса и послевкусие. Мы делаем глоток, и мы должны попытаться почувствовать, сколько длится послевкусие. Оканчивается оно обычно тем, что наша полость рта начинает резко наполняться слюной. Это говорит о том, что послевкусие закончилось. Предлагаю сделать глоток и посчитать. Примерно 5 секунд. Это довольно хорошее послевкусие. Это говорит о том, что вино достаточно качественное, довольно интересное. И интенсивность вкуса очень яркая, сочная, спелая. Четвертая часть дегустации – это заключение. Нам пока заключения какие-либо делать сложно, потому что это только первая лекция, поэтому я рекомендую просто запомнить всем классические характеристики сорта винограда гиверстраминер, чтобы мы могли угадывать его вслепую, если кто-нибудь из друзей нальет его в наш бокал. Гиверстраминер – это высокоароматичный сорт винограда с ароматикой тропиков, личи, консервированного ананаса, корицы, спелых желтых фруктов и цедры грейпфрута. Гиверстраминер чаще всего имеет достаточно высокий алкоголь, низкую или среднюю кислотность, очень полное насыщенное тело и сочный интенсивный вкус. Если вы запомните на самом деле эти простые вещи, вы сможете определять, угадывать это вино в слепой дегустации. Ну что же, я попрощаюсь с вами, буду ждать вас в следующих серия, где мы будем разбирать другие сорта винограда, другие ароматы, много чего интересного. Задавайте свои вопросы, подписывайтесь на наш канал. Всем ура!